Вот эта лестница, которая ведет обычно в секретариат чемпионата страны детско-юношеского в апреле месяце. А теперь я поднимусь, чтобы заснять то, что происходит сейчас на море, после того, как заснял вблизи берега. Теперь хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, вот так вот это выглядит. Какие-то немеренные совершенно волны. Интересная мелкая деталь. В аквапарке в связи с погодными условиями закрыт наружный бассейн. Там нет ничего, но тем не менее, не знаю, опасаются шторма, что ли. Вообще очень уютное место занимает аквапарк.